Так, приветствую вас, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер. И это распаковка. Я сам не люблю этот формат. Он чертовски унылый и тупой. Но вот, чем еще я могу вас, так сказать, порадовать? Это вот этим как раз-таки дурацким, тупорылым вскрытием, анбоксингом, вот, распаковкой. Ну что, давайте, короче, приступим. Это вот вчера мне пришла посылка с G-Market корейского. Ну, это что-то типа аналога Авито нашей. Она приходит. Это посылка. Надо сказать, что когда я ее заказывал, мне очень сильно корейцы помогли. Они отзывчивые. Достаточно. Это приятно. Так, вот, открыли мы эту некрасивую, плохую упаковку. Но это необходимость, дабы она не покоцалась в пути. И что же мы тут видим, как обычно. Так, ты до свидания, для бомжей пойдешь. Так, вот уже проглядывается надпись PS4 Pro. Да-да, это именно PS4 Pro, как вы знаете. Обычная PlayStation у меня есть дома, поэтому, естественно, я уж, если заказывать себе PS-ку сюда, здесь, в Корее, что-то делать, то это уже делать на PS4 Pro. Давайте. Так, что-то они тут положили. Game Life. Ну, видимо, это их визиточка. GameLife.kr. Такая вот agamelife.kr. Ну ладно, все, ерунда. Вот она, коробчонка. Я, надо сказать, когда ее забирал, она же у меня вот целые сутки сейчас стояла, я не на чем было выписывать. Если никак не на чем, а у меня тут людей была полная хата, сейчас уехали, с кем я жил. И вот я наконец-таки один остался и сделал распаковочку. Ну и дальше сейчас буду подключать ее. Вот. Я переживал, что она достаточно легкая, когда я ее забирал. Короче, вот такая вот коробка, вон она. Давайте поскорее открывать. Так, сразу же нас тут встречают талмуды. Ну кому они нафиг нужны, толмуды, правильно? Мы здесь собрались не для этого. Так, что тут? Кабели тоже нафиг не нужны. Ох. Так, коробочка, иди погуляй. Так. Ох, какая эмблемка серебристая. Если честно, я думал, она больше будет. Как-то я ожидал, всегда на видео она мне казалось шире. Ну вот, видите. Вот ладонь, да. Она даже уже. Так что не такая уж она и громоздкая, PS4 Pro. Она, видимо, как, я не знаю, как три слимки, что ли. Слимку я, если честно, вживую тоже не видел. В общем, вот такая вот консолечка. На передней панели два USB-шника. Здесь у нас... Это у нас привод. Ой, кнопочка сенсорная. Inject. Это... А, нет, это включение. А inject, вот он. С этой стороны. Так, что тут? Сзади что у нас есть? Сзади у нас есть Питалово. Почему-то без заземления теперь. Так, HDMI. Это под камеру, я так понимаю. iToy, это оптический аудио, это USB-шничек, что-то один, короче, три USB-шника всего, и сетевуха, сюда будет кабель от интернета втыкаться. Интернет здесь полное говно у меня в квартире, поэтому я даже не знаю, мне очень хочется постримить Gran Turismo Sport, естественно, я сейчас подключу его, но, во-первых, оно будет качаться очень долго, Gran Turismo Sport с этим интернетом, оно будет качаться, наверное, у меня неделю, блин. Потому что она весит, как говорят, 50 гигов.
Вот. Так. И, значит, что там дальше будет, хрен его знает. Ну, я попытаюсь что-нибудь замутить, но не факт. В общем, так, что у нас тут еще есть? Это USB-шник для зарядки контроллера. Это какой-то кабель еще один. О, наушники. Тоже наушник, точнее, моно. Ну, такой у меня уже есть, правда, дома. Так, плохо, что нету камеры в комплекте этой самой айтой. Что-то еще. HDMI-то есть? Я надеюсь. Подождите-ка, что, HDMI нету? Это контроллер. А, нет, вот HDMI. Отлично. Есть HDMI. Ну и контроллер. Он же джойстик, он же геймпад. Ну, не знаю, вроде такой же, как был. Единственное, на 800 мА стал аккумулятор. На том джойстике у меня 700. Чутка подольше держать должен. И говорят здесь... панелька по-другому подсвечивается еще дополнительно. Короче, хрен его знает, может быть, даже быстрее будет разряжаться. В общем, простите меня, если, может быть, качество картинки плохое, или я тут дерганно так все распаковывал. Сами понимаете, в каких я условиях нахожусь. У меня сейчас тут, я на телефон все это дело снимаю, и в общем, тут такую халабуду построил, дабы все это дело отснять. Вот, значит, вот она PS-очка, вот он джойстичек. Все, спасибо вам за внимание, спасибо, что не бросали все это время меня, что поддерживали. Вот, надеюсь, что в скором времени возобновлю деятельность на своем канале. Я прикупил себе наушники здесь также через этот G-Market. Хорошие наушники с микрофоном, поэтому уж постараюсь прохождение игр возобновить на своем канале. Но насчет стримов не обещаю. И также видео писать с PS4, пока у меня нет возможности. Но я что-нибудь придумаю обязательно. Все, спасибо, что смотрели. В ближайшее время, я думаю, что-нибудь еще выйдет на моем канале. Все, всем пока-пока. С вами был, как всегда, Скудер. Не расходитесь. В общем, что-то будет в ближайшее время. Всем пока-пока.